принципе, не замолкает уже, потому что провокации достигли такого пикового уровня. Пожалуйста, вот, что если вы сейчас посмотрите, вот то же самое взрыв был, это Волк. Голову пониже, работает снайпер. Образ богателя везет нас на передовую. Он родом из Абхазии, но большую часть жизни провел в Донбассе. Сейчас заместитель командующего Республиканской гвардии ДНР. Меньше года назад Ставрик, так его называют и подчиненные друзья, был рядовым бойцом бригады «Пятнашка» и штурмовал Донецкий аэропорт. На архивных кадрах как раз его командный голос. Двойками, короткими перебежками, вперед! Я побежал, побежал, побежал! А это мы укрываемся в одном из административных зданий аэропорта от танкового обстрела. Тесная комната забита ранеными. Не очень хорошо находится в центре артиллерийского боя. Теперь похожая ситуация под Маринкой. Ополченцы по-прежнему воюют пехотой. В распоряжении украинских военных снова танки и артиллерия. Отсюда уже видна их территория. Вон Запорожская трасса. Вот. В низинке находятся их позиции. С воздуха хорошо видно. Укрепрайоны ВСУ находятся в частном секторе. Некоторые жилые дома оборудованы под пулеметные и снайперские точки. Это прям целый участок. Местных туда не пускают. То есть проживают там только военные. Вот оттуда они сюда заходят. И в основном ночью. Потому что, скорее всего, с тепловизорами, с ночниками. В темное время суток боестолкновения могут длиться по 4-5 часов. Выстрелы затихают только на рассвете. Плотность огня из автоматического оружия зашкаливает. Каждая такая ночная вылазка в ВСУ сопровождается минометным обстрелом. Как утверждают ополченцы, бьют 120-м калибром. На этих кадрах хорошо видно, что может сделать с домом такая мина. Нашему беспилотнику удается пролететь дальше, прямо над позициями украинской армии. При детальном изучении картинки становится ясно, в посадках и за зданиями спрятаны танки. Прямо сейчас наш квадрокоптер возвращается со стороны Венствола. Это шахта, которая находится буквально в 500 метрах от Маринки. И нам фактически удалось добыть доказательства того, что вооруженные силы Украины никакую тяжелую технику от передовой линии не отвели. Сейчас на кадрах нам удалось фактически увидеть танк, как рассказали нам специалисты. Он работает от километра буквально от окопов ополчения, что, в общем-то, всеми Минскими соглашениями запрещено. В ответ ополченцы тяжелую технику не применяют. Приказ командования не допустить эскалации. Единственная защита на боевом посту от снарядов – вот такие индивидуальные норы. Не все блиндажи спасают просто от осколков, поэтому лучше всего это вот такой вариант сделать. Чтобы можно было, если что, раз там за угол спрятался, чтобы осколками не достало. Вот так вот. Ну, желательно поглубже. А это уже участок обороны, который держит интербригада «Пятнашка». Против нее тоже танки, БМП, минометы. Поднимаем беспилотника здесь. Найти бронетехнику украинской армии большого труда не составляет. Редкое молчание танков и артиллерии еще не гарантирует тишину. От окопа к окопу передвигаться можно только бегом. На смену минометам приходят снайперские винтовки. Сейчас снайпер, скорее всего, по-любому работает. Оп-оп-оп-оп. У снайпера тоже своя тактика, объясняет нам интербригадовец Александр Тванба. Специалисты не выходят работать поодиночке и ведут стрельбу только под прикрытием другого оружия. Во-первых, начинают работать ЭГСом, обрабатывают из трех ЭГСов.
начинает гранатомет работать и три автоматчика. После этого начинает работать снайпер по нам. Ну, непосредственно у них два или три снайпера работают, основной только один. И видно, что европеец с хорошей оптикой. Через пару часов после этого интервью Александра эвакуируют с передовой, предостерегая нас от опасности. Совсем скоро он сам окажется в больнице с осколочным ранением в череп. Нам расскажут об этом в штабе интербригады. Не отвлекает внимание, чтобы мы высунулись и по нам начинает работать. Именно по окопу, по пулеметчикам, по автоматчикам, гранатометчикам. На следующий день вместо Саши охоту на снайпера откроют другие бойцы. Все в один голос говорят, против них работает не просто профессионал, а специалист самого высокого класса. Я его только что наблюдал, цвет, короче, глины, коричневый цвет моха, кикимора. Черная плетка. Плетка, предположительно, не СВД. Далеко не СВД. Видите, мою СВД. У него черная длинная плетка. Разбираюсь как бы в оружии. Компенсаторы все не те совсем. Я его увидел 150 метров. А что это может за оружие быть? Барретт. 150 метров от окопа – это уже слишком близко, решают ополченцы и открывают беспокоящий огонь по возможному укрытию снайпера. Мы стремительно покидаем окоп. В таких случаях, как говорят бойцы, начинает прилетать ответка. ВСУ открывает огонь из артиллерии и крупнокалиберных пулеметов. Вот результат. Несколько частных домов сгорели до основания. Ну как, это зажигательные снаряды. Они специально бились принципиально для того, чтобы уничтожить инфраструктуру. Ополченцы пытались потушить пожар, но в итоге из огня удалось спасти только пианино. Когда-то давным-давно я мечтал научиться играть на фортепиано. Но возможности не было у меня. И сейчас, может быть, воспользуешься. Я брынкал когда-то. Пережившие только что очередной массированный обстрел, бойцы пятнашки все-таки уговаривают Ставрика сыграть на музыкальном инструменте. Я, чтобы понятно было, не знаю, нотной грамоты, я не учился никогда. Тех, кто сейчас защищает западные границы Донецка, воевать тоже никогда не учились. Но отбивая ежедневные атаки ВСУ, как они сами шутят, импровизировать получается на достойном уровне. Семен Пеков, Александр Мельников, Александр Левин. Life News. Донецкая Народная Республика.